Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь рецептом, вернее секретом, одной очень вкусной начинкой для пирожков. Я наготовила большой тазик теста на сырых дрожжах. И вот мой секрет. Это простая начинка, но очень вкусная. Халва. Пирожки с ней очень вкусные. Сама я пока решила не кушать выпечку, но своих мужчин кормить нужно, потому что они трудятся, работают, учатся. В общем, питание им не помешает, как никогда. Начинаем формировать наши пирожочки. Я прям руками беру тесто. Так, ложкой накладываю немножко начинки. Особенность халвы в том, что она может просто вытечь, как взорваться, так сказать, от температуры. Как я делаю? Значит, в центре будет дырочка, форма будет треугольная. Вот так, то есть открытый такой пирожок, чтобы ему было куда вылазить, а то он найдется его, если дырочку не сделать. Так, видно, как там видно. В общем, вот такой вот треугольничек. Ну вот, не так много вошло, конечно, на противень. Вот 8 штучек. Сейчас они у меня минут 10 постоят, поднимутся еще получше, и я отправлю в духовочку. Пока поставила в духовку на средний огонь свои булочки, решила еще в блин на сковородке испеку пирог. Проведу эксперимент. Вот, беру тесто на дно. Формирую нижний. Следующий шаг – это варенье. Варенье из посмела. Круглее делаем. Вот, чтобы было видно, понятно. Значит, беру сейчас еще тесто. Отрываю, вот. Сформирую кружок с очень верхней. И я включу на медленный огонь, чтобы тесто тоже подходило. Вот. Кто-нибудь посмотрит и скажет, конечно, удобнее раскатывать. Да, удобнее, но оно потом опять обратно скукоживается, так что, по сути, может быть, и особой разницы нету. Ну, каждая хозяйка, она ищет свои варианты приготовления, как ей удобно, поэтому мне вот так удобно. И айда на плитку. Первая партия пирожков с халвой испеклась. Выглядит она очень аппетитно, интересно. Такая подобная вулканическим извержениям халва. И она такая на вкус воздушная сейчас стала. Хорошо тесто поднялось, все прямо... Ну, может, не идеальный, но для меня это очень даже неплохой результат моих трудов, стараний. Сейчас скоро позову ребятишек. Будем пробовать. Вот старшенькие у нас в бане. Сегодня банный день.
А младшенькие уже приступили. Ну как, Евтихий, вкусно? Да. А халва вкусно. Халва, покажи, какая там халва. Печеная котлета. Ага. Ириней хитрый, он сразу две взял. Да, малыш? Хитренький? Какую бы взять, скажи, и та вкусная, и другая.